В Омске два наркодилера получили крупные тюремные сроки. Оба преступника наркотики прятали в бытовой технике, которую получали по почте. Осужденный на 6 лет колонии Денис Юрченков посылку с запрещенной начинкой получил из Санкт-Петербурга. В микроволновую печь злоумышленники спрятали почти 5 килограммов гашиша. Руслан Драчков наркотики также получил по почте. В качестве тайника использовал мультиварку. В днище аппарата вместился почти килограмм амфетамина. Он осужден за покушение на незаконный избыт и ближайшие 9 лет проведет за решеткой. За какую сумму купили это вещество? Вместе с полной суммой. Да. С комиссией все. Да. 205 тысяч. Амфетамин заказывал? Опа. Амфетамин. Вы для кого это покупали? Для себя. А с какой целью? С целью, чтобы разнести закладками.